Сегодня в Краснодаре прошел традиционный августовский педсовет. В нем приняла участие и анапская делегация, которую возглавил Юрий Поляков. На совещании обсудили развитие образования в регионе, строительство школ и кадровое обеспечение. В этом году на Кубани откроют еще 10 школ. На развитие образования в 2018-м из краевого бюджета направят более 80 миллиардов рублей. В Анапе в этом году за парты сядут более 25 тысяч ребят. Из них почти 2800 первоклашек. Для них уже подготовлено 96 классов. Все школы полностью укомплектованы педагогическими кадрами и готовы к приему детей. В октябре планируется начало строительства пристройки на 400 мест к основному зданию 6-й школы.